Уважаемый раввин, расскажите, пожалуйста, есть неделя слехот, извинений в канун еврейского Нового года. Расскажите, пожалуйста, про слехот и про книгу, которую вы держите у себя на столе. Слехот, вы сказали извинения, я немножко, может быть, это словно, вот это действительно вот перевод, но вообще это, считаю, что это самая лучшая подготовка к Рош ха-Шана, Йом-Кипур и потом праздник Суккот. Почему? Потому что Бог давал нам подарок. Какой подарок? Ну, праздник всегда это приятно, это понятно. Но какой подарок? Каждый год идет Рош ха-Шана. Рош ха-Шана это время, где человек должен посмотреть в себе. Обычно у нас есть такое привычка посмотреть на других. Кто хороший, кто не хороший, кто меньше, кто больше. А просто посмотреть в зеркале и сказать, кто я, что я достиг за этот год, в чем я могу быть лучшим, как можно сделать, чтобы моя жизнь была более содержанием. Это касается отношений между человеком и с другими людьми. Это касается отношения между человеком и с Богом, Всевышним и все остальное и так далее. Поэтому слихот, мы начинаем читать их за неделю до Рош ха-Шана. Написано, что хотя бы 4 дня. То есть всегда это в воскресенье, но 4 дня должно быть. То есть если вот как в этом году Рош ха-Шана попадает во вторник, то мы начинаем действительно неделю раньше. Это именно текст, где все написано. И человек, который читает этот текст, он думает, как это меня касается, в чем я могу улучшить себя, чем я могу исправить себя. И тогда, вот через несколько дней, после того, как он смотрит в слихот, он думает о том, что он сам говорил перед Богом, когда идет уже, наступает уже праздник Рош ха-Шана, он уже готов к этим изменениям. И поэтому, если вы сказали, что слихота – это извинение, да, действительно, но это на самом деле более важно – это изменение. Извинение и изменение. Поэтому это очень большой подарок. Потом идет Рош ха-Шана, Йом-Кипур, день искупления грехов. Каждый еврей после праздников становится перед Богом и перед собой как чистым человеком. Как чистый лист. Вообще, когда человек молится, он должен понять то, что он говорит, и он должен соединиться с этим текстом, не просто так выговорить текст и все. Когда идет речь о слихот, это еще более важно. Поэтому мы поняли, что людям нужна такая книга, где написано текст на иврите, где написано текст на иврите, но только и русскими словами. И самое главное, где есть и перевод этого текста. И есть, это дает ответ для разных людей. Есть человек, который может читать только на иврите и понять то, что он говорит. Это хорошо. Есть человек, который ему тяжело читать, но он понимает, кто он читает. И просто довольно медленно он читает на иврите, тогда он читает текст на русском языке, но только вот на иврите, но только русскими словами, тогда ему намного легче уже понять то, что он говорит, потому что он не должен вложить внимание и силы просто читать сам текст. А есть люди, которые еще в начале, если они читают иврит, даже русскими словами, еще не понимают, что они говорили. И они могут тогда читать русский текст или читать на иврите. Но для чего же более лучше понять то, что он говорит, он смотрит на текст на русском, на перевод, и тогда он знает. Я могу сказать только одно. Мы сделали, конечно, это для нашей общины, но мы получаем каждый год перед Рош ха-Шана, мы получаем очень много заказов от разных сторон мира. Все общины просят от них, слава Богу, потому что действительно это решение вопроса, который волновало очень многих людей.